Дивлюся там, ой, готовий не кушати. Щось Коля там торохтів тарілками, а ти з Юлькою балакав. Це вчора було, так? Да? А це так важно? Я просто питаю, та що важно, господі, сам не дзвониш, не дозвонив, да? Я. З усіми общається, що там такого? Сказати, 2-3 слова, господі помілуй. Це позавчора було. Самалка, а як ніч пройшла, саме головне? Як, ходили в бомбоубіжище з 2 до 5 чи до 6. Потім, да, уже, потім уже бросили і прийшли та лягали спати під сиренами. А, поняв, поняв. Я теж під сирену спала утром, ходила пісять і чую радіо, включила воздушна тривога. Я теж, я на тому, в коридорі спала. В коридорі? А як ти свій? Да, да. Слышишь, Самилка, а як твій зуб? Ти його доділав чи ні? Доділав, да, не болить, все нормально. Да. Слава Богу, то я все хочу спитати і забуваю. Прошло, понимаєш, що ти думаєш, щось забула, щось забула. Оце за зуб уже давно хочу попитати, думаю, чи зробив чи ні. Так що такі діла. Там Едуард Ставропольський дзвонить, не може дозвонитися до тебе, переживає, що мама з вечора трубку не бере. Не знаю, вроді трубка коло мене. Ну я балакала коли? Сьогодні, по-моєму, чи що? Вже забуваю коли, чи вчора. Я набрала, вони їхали в больницю, вроді би гульнаски, я з гульнас балакала, а вроді гульнаски даються, санаторій лежать, не їздить туди-сюди, а лежать, підлічиться там. Ну хай лягає, правильно. Підлічить здоров'я таке. Ну я наберу, якщо що. Хай лягає, так, що, хай лічиться. Да, так, звісно, звісно. А що діло? Дівчата в школу ходять, так все порядок. Там вдома потихоньку до мебель собирає, що таке. Я спросила по телефону. Ага, я понял. Ой, господи, боже мой. Я понял. А що Іра казала, що теж не могла Іра дозвонитися, я дзвонив сьогодні. Каже, що ти повинна була у Зіни ночувати, а чого раді? Ні, ніде я не ночувала. Я вдома. Зіну приглашаю, вона тут приїхала вже. Все. А вона каже, Тетяна Васильовна, приходьте ви до мене. Кажу, ні, у мене кот, я не можу. Сидіть у вас, я буду вдома. Приходь до мене, в мене будем. Коли тривога, будемо сидіти в этом коридорі. Вот. А так, вона каже, я теж привикла вдома, своя подушка, своя постіль. Ну так, вдома вона знаходиться, вдома. Вона, я кажу, приглашай, приходь сьогодні на обід. У мене є суп, овочні гриби жарила туди, теж кинула. Пообідаємо в місті. Вчора ходили, гуляли в этом, були. Як тебе сахар? Сахар сьогодні 7,9. Ну, нормально, более-менее. Да, да, для мене, да, более-менее ще. Отак. Прогулювалася вчора. А сьогодні мороз мінус 5. Може, тут прийде, я її пригласила на обід на 2 часа. Прийде, пообідаємо, або пограємо трошки в карти, або підемо, пройдемося, побачимо. Може, те й друге. Я забула взяти вчора коробочку, щоб заказати палочки, бо в мене послідня, вже, наверное, половина я зарозходувала. Тож, як тільки переживаю, не один раз, а більше раз колю. Так що так, от, дивлюся, якщо високе, а ні, то значить тільки раз утром. Поняв? Давлення так, більш-менш, ну таблетки я п'ю постійно. Постійно. А от этот перекись закончилась, може і не треба його брати. Ще я в больниці була, а, та закажу, вдома. Закажу. Ще в больниці кончився, синок. Оце вже стільки я вдома. Та ти його три роки вже п'єш ту перекись. Я знаю, я знаю. Я давно п'ю. Ну, а послідня ж то була вже послідня з бутилочки у больниці. Я закажу, якщо є, бо зараз дуже сложно це все. Ну так, да, понятно. Почта, почта, так. Да. Та не почта, а доставки, може, люди розібрали. Доставки, так, так, да, може, може, так. Да. Вот это тебе надо знать, вот это вот ты, не, зачем ты вот это ковыряешь, что-то, не, ну, мам, не лезь, вот не лезь никогда с людьми, с которыми я общаюсь, не лезь никогда. Да мне не надо, самой. Вот я тебя сразу просто говорю, не лезь никогда. Мне, ну, ладно, мне я за людей, понял. С которыми я общаюсь, ничего не говори. Ладно, ладно. Алло, секунду. Алло, Коль, да. Я уже все, ты поедешь за мной в Вавилон? Да, поеду, выходить, да? Сейчас я минут через 7 приеду. Где мне выйти? Давай я выйду до этого, пьяной вишни. А, хорошо, давай. Давай. Да, мама. Алло. Алло. Алло, да, да. Алло. О, у меня дочка.
От моей однокласниці. Алло, мам, алло, да. Що да. Прориває, да? Прориває, бо я тобі казав, що балакати треба про те, що я хочу, а не про те, що ти хочеш. А, хорошо, там якась музика грала, я думаю, чи в тебе, чи що. І прорвало. Так, а що там Іра, а що там Іра розказувала, що ти жалуєшся, що за тобою плохо смотрять? Та що... не бреши, що плохо смотрять. Ми балакали насчет жилья. Жилья. А Іра тоді, як помниш, ти кажеш, он скажи Ірі, візьме вона тебе чи ні. Там уже зрителі пишуть, от як надо, мама. Ірі там Ірі вже починає, що Іра сказала. Я кажу, Іра сказала, розказала. Я мені... сказав то, що я думаю. Нет, я тобі не... Ні, як вона обнесеться до цього. Мам, я тобі не за це кажу, я тобі не за це ще скажу. А за те, що ти кажеш, от, треба було їхати тобі в Ставрополь жити. Отам би був хороший уход. Ні, не діло не в уході. Діло не в тому, я кажу, я не вспіла після больниці. Ну, хто знав, вони ж приглашали мене давно і до війни, до всього, чорт ніколи. Ну, не вийшло, скажу, не вийшло, значила вона, нікуди я не буду їхати. От, якщо б поїхала, звісно, то в мене теж не обіжав. Сказала, що я б там жила, я б королева. Та яка там королева прямо? Яка королева? Вони так за мною хорошо дивились, Самвел не ходить, прийде на дві минути. Тому що у вас без кінця краю тривога, тривога, то от ці все снабжали всіх переселенці, то туди їдете, то в очередах, то на касах, то в аптеки. Я сказала от так, а кажу, Іра, отак і так, Шамбел казав, попитай, вона візьме тебе чи ні? Байрак, Іра мені все об'яснила, так. От слухай, дай я докажу. Іра об'яснила, каже, мама, ми спимо із Геною теж ото аж перед виходом на площадці. Там то вікна, то двері удвою. А от це вчора, чи коли я з нею розмовляю, вона каже, мам, ми зараз так, як тривоги немає, і лягаємо на кроваті. Кажу, правильно, хоч на кроваті ж лучше, чим там валятися в коридорі. І я знаю це. А тепер, каже, в нас дійсно не працює. Об'яснила, як взяти чи не взяти. Вона мені нормально об'яснила, так як і ти. Каже, з 10-го етажа ліфти не працюють. Вдруг, каже, прийдеться навіть на перший етаж вийти. Ти ж не зможеш тільки ходити туди. Я тобі говорю за те, що ти кажеш, що от, там би було б мені хорошо, я б жила собі. Ну, хорошо, що там не стріляють. Усе то хорошо. Іра каже, жалується, що от, треба було їхати. До Едіка я була б як королева, жила б собі припіваючи, гульнаска б за мною би дивилася. Я говорю, а що за неї дивиться? Що за мамою дивиться? Холодильник? Ну так, да, я знаю, що ти це. Ти мені одне кажеш, Ірі друге. Холодильник повний, в квартирі все, все удобства, туалет не по лестнице лазить. Я не доказала, кажу, отак і так, докажи. Як я сказала, і почули, чи вони включили, чи хто, чи тобі я казав. Що кажу, це балончик от окупантів, от ракети, блядь, буде летіти, отак побрати. Куди? Куди? Пошел вам! Родик часто буває, Рочка, понімаєте? Подумала, подумала, куди Іра теж буде брати? Ну, відвідала, а вже зрителі пишуть, отак їм, мама так їй вийшла на Іру пруч. Вони хочуть, от казала, правду, мамі. Я тобі об'ясняю. Понимаешь? Вот так. Как же ничего, я как королева. Вся душа больше моих живет тут, как там. Там только одна семья, ключ а тут уже все остальные. Понял? Все равно мне сюда. Да понял, понял, я ключ от квартиры потеряв. Что-что? Да ключ от квартиры потеряв. Ой, да, вот это от маминой квартиры остался. А они... А, я думав, то Колі, надав Колі, в мене це одиниця вчора в кармані, а я віддав. Ой, бляха. Ой, мам, та подожди, та єсть, ну я ж...
Да. Де ж мій запасник? Боже мій, Господи помилуй. Так що такі пороги. Так, Іра мені об'яснила, їху теж, позавчора чи коли, як тобі казала, з Мариною балакала, тоді я з Ірою балакала. Марина каже, не бомби, а дві ракети на аеропорт в Дніпрі. Мама каже, як самоліт, його ж каже, чуть, він буде, Падла, нема ключа. Ну, знаєш, багато людей, я читаю, багато людей, ми вже перестали бігати. І Харков, і плохо. Плохо, так? Звісно. Каже, вже надоїло, перестали бігати. Мам, давай я перезвоню, все, у мене голова кругом уже, давай. В общем, у меня подруга, одноклассница моя Валя, что вот Оля, ее дочка, что я рассказывал, что должна была приехать, потом поезд не ехал до Днепра, в Запорожье она была у женщины одной, потом из Харькова вот, в Запорожье, из Запорожья с одной квартиры на другую, и она ее отправила на Львов, и она сама добралась до Кракова, девочка это ее, она студентка в консерватории в Харьковской, по вокалу тоже. И она добралась сама до Кракова. Там, ну, говорит, везде люди встретили, везде помогли, какие-то знакомые, какие-то непонятно кто, еле мало знакомые люди. И она сейчас во Франции, в Париже, взяла ее семья обычная, он русский, а она, по-моему, чешка девочка, это жена его. Двое детей, 18 лет, это, и они взяли вот эту Олю. И говорит, что уже они там попытаются устроить ее в консерваторию парижскую. Вот, и чтоб стипендия, и чтоб общежитие. Да, абонент. В общем, вот так вот. Это я, помните, рассказывал, что должна была приехать дочка, и вот не получилось, не в тот поезд она села. Ну, я говорю, Валя, она в тот поезд села, в который надо. Говорю, слава богу, что так получилось, что она выехала, что теперь как бы ты можешь быть спокойно. Коля, я вчера, когда в бомбоубежище шел, я вытянул тебе свои ключи, у меня отсоединились ключи, и я тебе отдал свои ключи. Круглый ключ и брелок от подъезда. Есть. И брелок от подъезда, вот входной двери, и ключ. Я вчера, когда выходил, я отдал тебе. Я подумал, что это мой ключ. Да, у тебя должны быть твои ключи и мои. Потому что... Да. Я тебе отдавал. Нет, брелком у меня нет. У меня просто есть один ключик и магнитик. Вот это ключик и магнитик. Это мой. Ну, что мне не робить? А твой где? Значит, у тебя двое ключей, правильно? Да, вот эти ключики с магнитиками и мои. Ну, слышь, тогда я спускаюсь, возьму ключик, поднимусь, закрою квартиру. О, Боже, давай. Ну, я не знаю, где запасной ключ. Слушайте, смотри, копируйте, может, кому-то... Я уже сфоткал. Да. Ну, вдруг кто-то... Это кошечка, наверное, да, вообще красавица? Да, вот это... Да, я... Красивый зайчик. Вот этот очень ручной. Да? Красивый. Я его сфоткал, сегодня выложу в Инстаграм. Зайчик, может... Та я знаю, да. Я тут раньше жил, тоже кормил. Ну. Тут были, помните, такие? Серые были. Их пристроили все. Пристроил, это знаете кто? Наш оперный певец Самвел. Да. Так это и есть Самвел. Это я и есть, да. Ой, Господи, я вас не узнала, солнышко мое. Я это самое, так ты меня помнишь, я тебя на ты ж молодой. Я тебя прошу, да за разбора. А я, может, не, уже несколько людей. Помнишь, ты мне вот тут дал деньги? А, может быть, да. А я кормила кошку. Я помню, да. Потом ты мне еще раз помогал. Дай Бог тебе здоровья. Я не помню, кто-то мне писал последний раз, и где-то не прислал ни карточку, солнышко, ничего. Солнышко, если тебе будет возможность, помоги. Ну, вы мне напиши, Коль, есть деньги с собой какие-то? Слышишь, сам был. Я это да, самое. Туда. Теперь я вспомнил. Я помню, я раз на карточку вам высылал, да, а потом второй раз вы мне что-то написали, а номер у меня не сохранен, да? А вы карточку и миллион. Твоя соседки этой... Нет, не мабуще, да. Солнышко, я спросила у соседки телефон, ага. Она не знает, она с мамой твоей дружит. Да, это... Как, Господи? С первого, с четвертого подъезда. Да. Я знаю, да. Она звали, я потеряла его телефон, сам было, а я в 40 лет... Возьмите вот хоть сколько. Спасибо большое. Сам да. Был, иногда можно, я редко... Хорошо, но, хорошо, да. У меня 15 котов, да, я понимаю, да. 5 котов, уверен, а вы, я вас устанавливаю. Красивый. Я просто говорю, спасибо. И красивый такой, да. Ну, пошлите, пан. Да, идите кушать, идите. Пошлите. Да ничего, да, вам всего хорошего, спасибо. Да. До свидания. Ребята, пошлите.
что? Это красиво. Это мальчик или девочка? Так что ты их никак не пойму, я не заглядываю под хвостик. А ну, это мальчик, это мальчик, да, красивый. О. Это два мальчика. Да. Да где ж девочка? Вот эта девочка вот сзади. Вот эта черная с белым девочка. А це, да где ж девочка, ты бачишь, Коля? Два мальчика вот. Мальчик, да. А то вот девочка одна только вот эта. Красивая. Я знаю, что вы там кормите, да? Да. Самвел, на всякий случай, скажи мне свой телефон. Запишите. Вы же мне звонили, а потом я искал, вы написали, а я потом искал там... Коль, веди туда телефон. Давай я... Он за вам ведет его и подпишет Самвел. Хорошо, да, я купила за 600 рублей. Не могу с ним пока справиться. Ну, освоить это не сложно. Потому что мой поломался вот тут кнопочный. Ой, красивые, конечно. Короче, два кота и кошечка. У меня возле дома там штук 8 или 9. Mm-hmm. Господи, дома 5 потом. Но дома да, это понятно. Мы, понимаешь, это... Мы с мужем говорим, если вдруг бомбить будут, куда? Я говорю, никуда. Я вам подписал Самвел Коты. Да, дай Бог. Самвел Коты, да. Все, всего хорошего вам, да. Да. И Цюнька, вот эта девочка. А это кот красивый какой, смотри, вот этот. Ой, какие красавцы. Я бы их забрал бы, если было куда. Всех трошек тоже забрал. Да я знаю, что вы Коля, да, я знаю, что вы. Хорошая женщина. Когда-то деньги ей высылала, она просила, а потом она как-то позвонила и карточку не выслала, и я не мог найти ее номер, и так и пропала. Так и где-то куда-то делась. Дохла мыша? Я открывать, она тут сидела. Где? Перед забором? Так, туда, такой сгорбилась. Я думал, что она живая, так хотел ногой ее дальше. А она уже кто-то ее траванул. Что там Крым Рагу не слышно? Ничего. Ты что сказали, десь Никополь стреляли. Под Никополем стреляли. Я там ничего, Алла да? Звонила, ничего не говорила. Ничего, да. Ой. Красиво. Как красиво, Андрей, знаешь, так смотришь, думаешь, боже, сейчас оно все зацветет, вот это. Еще буквально, когда зацветет, какой мороз. Да, какой мороз. Ну, уже сегодня что-то тепло. 6 градусов на ночь передают. А, сегодня, да? Угу. А вода застывшая, да, глянь. Вода уже самая утра. Так а что, мороз сейчас, что ли? Да. Чего я не чувствую?